месяц. Июнь. Кися, ты слышишь? Кися, идиот, отпусти! В море я пошла купаться, в морской волне качаться. Пусти меня! Вот я уточка упала. Отпусти, Кися! Пташка бедная. Всем добрый день. Сидите, сидите. Ну, давайте, коротенько. Какие у нас дела? Иван Николаевич, в прессе набирают силу самые нелепые и чудовищные версии. Например, Алису повесили за то, что она не отдала карточный долг. А Шибалкина убили выстрелом в затылок, который продажные врачи выдают за инсульт. Господи, боже ты мой, кто бы вот объяснил? Почему у нас в городе такое количество идиотов? Сегодня в социальных сетях появились последовательно несколько аккаунтов. Везде выложены три видеофрагмента. Два первых вы уже видели, а третий – вот этот. Самый первый аккаунт уничтожен пользователем, но контент ползет по социальным сетям. Володь, ну ты вот не можешь говорить нормально. Господи, я тебя 100 раз просил. Не понимаю я в этом ничего. Аккаунты, шмаккаунты, что у тебя, куда у тебя ползет? Скажи по-русски-то. Студенты копируют эти ролики, передают ссылки друг другу. Ну вот теперь понятно. Куда нажимать? Вот сюда? Я ее не убивал! Я не убивал ее! Я только научил ее играть! Это правда, ну я не убивал! Ну и что? Вот, я вот не это? Убивал! Вот он, пожалуйста, ваш интернет-то! Вот это же рассадник! И самое главное, такие умные все стали! Все всех учат! И времени столько свободного появилось! Идиоты, забери! Иван Николаевич, журналисты звонят, просят прокомментировать ситуацию. Вот этих вот журналистов лично разрешаю посылать сразу в пешее эротическое путешествие. Свободное. Да, и вот еще что. На любые вопросы отвечайте просто. Подделка. Или без комментариев. Алексеев, останься, ты мне нужен. Да. Скажи мне, как семейство твое поживает? Ничего, спасибо. Ну и хорошо, замечательно. Скажи мне, пожалуйста,
Там у этого... Господи, как его? Шибалкин? У Шибалкина. Да. На обыске. Никто случайно ничего подозрительного не находил? Нет. А карты? Колоду карт? А, нет, ничего такого не было. Точно? Да там комната маленькая, захочешь, ничего не пропустишь. Ну ладно, все, спасибо, иди. До свидания. До свидания. Все хорошо, Рекс. Молодец. Это что? Это Рекс. Нам его дядя Игорь привез. Он будет у нас? Да, только нам его нужно хорошо воспитывать и дрессировать. Ты помнишь, что обещала, если щенка возьмем? Я все буду делать. Гулять, кормить. Картошку чистить. Картошку, посуду, все. Хороший. Ой, какой. Текст подводки надо сокращать. А возьми, пожалуйста, заявочный план с прошлого репортажа. Татьяна Витальевна, там к вам из полиции пришли. Проводи, пожалуйста, в мой кабинет, я сейчас приду. Ага, вот так. И подхвати с реплики про взятку. Привет. Привет. Что-то случилось? Нет. Зачем ты пришел? Я... Я пришел проконсультироваться. Я тебя слушаю. Это знакомый Алисы Кротовой, именно его все считают убийцей. Значит, я больше не подозреваемая? Ты и не была. Ясно. Я хотел бы попросить тебя об одолжении. Я ее не убивал! Ты я наверняка не убивал знаешь, я начал играть, это правда, я не убивал ее! Богему. Я не убивал! Есть ли среди них люди, которые... склонны к каким-то авантюрам, может быть, провокациям, и наоборот, люди, которые... Как ты жил все эти годы? Он кричит во все горло, а свидетели, которые видели его, говорят, что они ничего не слышали. Ты женат? У тебя есть дети?
Ты довольна своей жизнью? Почему ты не отвечаешь мне на звонки? А зачем? Знаешь, я по нескольким фразам могу рассказать практически все о человеке. Но тебя я не понимаю. Входит через анонимейзер. Все три ролика выложены в сеть одновременно, через несколько часов после смерти Шибалкина. Значит, это тот, кто нам нужен. Сейчас, прости. Да. Чистяков говорит, Юрий Николаевич. Здрасте, Юрий Николаевич. Я, кажется, нашел то, что вы ищете. Здрасте, Юрий Николаевич. Здравствуй, Олег. Здравствуй. А ты почти не изменился. Хотя нет, глаза совсем другие. Удивился, когда я позвонил-то? Скорее обрадовался. Уже виделся с кем-нибудь из наших? Да, Федора встретил. Вернее, он меня встречал. Артема Алексеева, если помните. Да, помню. Дружная у вас была компания. Не разлей вода. Олег, я прочитал твою диссертацию с огромным интересом. Правда? Угу. Вообще-то она узкоспециальная. Одно время она была даже только для служебного пользования. Ну, так я тоже специалист в какой-то степени. Блестящая работа. Поздравляю. Спасибо. Звание есть? Да, есть. Я и раньше знал, что ты далеко пойдешь. Но, по-моему, ты в большей степени ученый, нежели сыщик. И мне досадно, что вместо того, чтобы заниматься наукой, ты расследуешь это нехорошее дело. Юрий Николаевич, это моя работа. Да-да-да, я понимаю, понимаю. Они никогда не раскроют убийство Алисы. В крайнем случае, повесят все на несчастного Гену Шибалкина. И ты это знаешь, и я это знаю. Он не убивал Алису. Да, он виновен, но не в убийстве. Почему вы так думаете, Юрий Николаевич? А что ты можешь сказать обо мне по моей речевой характеристике? Ваша специальность накладывает отпечаток на вашу речь. Личные сиюминутные переживания, скрытые мотивы заглушаются, затираются с помощью ваших речевых профессиональных приемов. По крайней мере, это то, что я могу истолковать из того, что я слышу. Жалко. Я хотел увидеть, как твоя система работает, так сказать, вживую. Она работает. Не спорю. Прости, что не позвал тебя в университет, но мне хотелось, чтобы наш разговор остался приватным.
В нашем городе действует тайное общество. Вы серьезно? Организация, банда, называй как хочешь. Спроси у Тани Иконниковой, какой скандал был 2 месяца назад и что за тему она затронула. Ее программу на телевидении они закрыли только потому, что муж занимает очень высокий пост. Вы действительно считаете, что это может быть связано с убийством Алисы Кротовой? Ты до сих пор так ничего и не понял? Они метили не в Алису, а в губернатора, Олег. И попали, как видишь. Ты, о мать воды, явися, из волны в повязке синей, из потока в мягком платье, в чистоте истины выйди, чтоб невинный сожран не был, чтоб живой не взят был смерти. Спал? Читал отчеты об игре. Знаешь, многим понравилось. Не расстраивайся. Мы еще сыграем. Но должно же быть всему этому какое-то реальное объяснение. Мне кажется, мы просто себя так накрутили, что мозг уже не выдерживает. Мне сейчас такая муть приснилась. А это тогда откуда? Я не знаю. Пойдем. Подожди. Ты знаешь, когда я бегала там в лесу, я вдруг испугалась, что все, я тебя больше никогда не увижу живым. Я решила. Я поеду с тобой. Новосибирск. Я тоже хочу с ним поиграть. Ну, еще чуть-чуть. Какое чуть-чуть? Ты уже весь вечер с ним возишься. Ну, подожди ты. Егор! Иду. Я и по дорогам ходила, смотрела, его нет. Не плачь, не найдется. Здрасте. Ты Митю видел сегодня? Ну да, видел. А мы когда с сестрой поехали днем к речке на великах кататься, они возле чугунной балки в карты играли. Там еще Лешка и Витька были. Леша давно дома, и Витя тоже. Загулялся, найдется. Мой тоже вот вечно до ночи где-то шлындает. Спать иди, все. Он позвонил, сказал, что будет через полчаса. Это было в 5. В 5, а уже 12:30. И телефон не отвечает. Thank you.
Добрый день, Рая. Добрый день, Иван Николаевич. Завари мне, пожалуйста, крепкого чая. А еще за конверт на столе? А он с утра тут лежит. Наверное, из бухгалтерии принесли. А, ну ладно, я разберусь. Спасибо. Слушаю. Привет. Что, нашли кого-то крутого? Ну, не знаю, общежитие перевернули вверх дном, но их там не было. Ну и что, какие идеи? Ну, сейчас обзваниваем. Телефонную книжку Шибалкина, потому что сам по себе этот сопляк не мог втянуть Алису в игру. Там был кто-то еще, это ежу понятно. Послушай, пошли своих опричников в университет. Я уверен, что ответ нужно искать именно там. Мы трясли студентов, но все бестолку. Но не пытать же мне их. Поставь их на прослушку, паси самых подозрительных. Я не знаю, вас всему учить, что ли, надо? Знаешь что? Ты давай-ка лучше вот поучи к свою жену. Щи варить, а мы тут как-нибудь сами разберемся. Все в порядке? В порядке. Девушка! Есть кто-нибудь? Дежурная! Зачем вы забрали мое полотенце? Я не знаю, вы сами просили поменять. И где они? Я их постирала, только у нас сушка сломалась. Все, зовите администратора. Зачем администратора? Я их на улочку повесила, они просохнут. Я их поглажу, завтра принесу. Зачем администратора? Послушайте, при чем здесь ваша сушка? У вас по гостинице разгуливают преступники, вы это понимаете? Слушай, а что за шмон у вас здесь? Не знаю, никогда здесь такого не было. Подожди меня здесь, ладно? Я быстро. Развернутое видео. Да нет, кого не проскажешь. Вера! Вера! Привет. Привет. Слушай, а что там за цирк сегодня возле входа? А, да это прокуратура приехала. Спрашивает всех по 49-му разу. Насчет Шибалкина. Представляешь, его группу даже с практики сняли. Понятно. Вот, возьми ключи от подсобки и от зала в общаге. И будь здоров. Подожди, а ты куда? Я уезжаю с Локи в Новосиб. Что, прям во время сессии? Ну ничего, сдам там. Вер, ты понимаешь, что если ты уедешь, тебя тупо отчислят? Значит, займусь чем-нибудь другим. Будь здоров.
Мне плевать, что следователь, хоть прокурор. Вредитель-то вот кто. Слушайте, давайте обойдемся без оскорблений. У вас все-таки гостиница, а не проходной двор. Вы должны были видеть подростка лет 14-15. Никакого подростка я не видела. За испорченную дверь мне кто заплатит? Я прошу вас, избавьте меня, пожалуйста, от своих криков. Плюс ему крики мои не нравятся. Ты подростка видела? Нет, нет, все, оформляем докладную, за испорченное стекло тоже ты не заплатишь. Послушайте, я живу у вас всего несколько дней. А стекла начали резать у вас еще до моего приезда. Миш, ты побудь с ним, а то сейчас бежит умник. Стоп! Хорошо. Давайте сделаем так. Мы отправим этот стеклорез на экспертизу, снимем отпечатки пальцев и убедимся в том, что они не совпадают с моими. Затем мы возбудим уголовное дело по статье «Вандализм», составим фоторобот преступника, изымем все видеозаписи с камер наблюдения и посмотрим, каким же образом в помещение проник подросток лет 14-16. Рост 1,60 м, светлые волосы, одет в зеленую толстовку. Это все? Нет, не все. Мам. Я спрашиваю, мам, ты чего туда опять полез? Да я тебе все объясню, чтобы все думали, что это инопланетяне или шаровые молнии. Об этом в газете написали. Я не виноват. Мам, я все грядки перекопаю, весь забор починю. Все лето пахать буду, только папе не говори, что я его стеклорез брал. Он же меня... Домой иди! Убьет. Какими судьбами? Не трогай. Это ритуальный инструмент. Магический. Может пользоваться только хранитель. Такой старинный, что ли? Раньше он был моего деда. А перед тем его отца. Они были рунопевцы. Так это твое приданное? Когда дед понял, что время пришло, он вышел на лодке в Барантиду и не вернулся. Куда? Барантида — это когда... Вода в озере кипит сама собой. Но если ты не видел, ты не поймешь. А ты видела когда-нибудь такое, чего нельзя объяснить нормально? Ну, на самом деле есть только один вариант. Приказ об отчислении. А если академ отпуск? Ну, это только после того, как вы закроете сессию. Хорошо, пусть будет приказ. На третьем курсе? Он лежал там, на берегу. Видимо, его кто-то потерял. Его никто не потерял. Это предмет, который определяет судьбу. Ты был там и выжил. Но ты не медиум, они чего-то хотят от тебя. Кто они? Не пытайся убежать. Пойди им навстречу и узнай, что они хотят от тебя. Если ты будешь просто бежать, они рано или поздно тебя догонят. Локи! Локи! Здорово, Егор! Здравствуй, дядя Саш! Ну? Доброго здоровья, Надежда Харитон! Здрасте, дядя Саш! Ну что, как там? Нашли его? Нашли. У чугунной балки нашли. Видать, один купаться полез. Ну, вода-то холодная была. Ноги-то и спело. Вот. Так. Жаль мальца там, жаль. Да как еще их драть-то надо, чтобы они одни купаться не ходили, а? Thank you.
Катюш, возле спортивной школы происходит стихийный митинг. Пошли, пожалуйста, туда, Клименко. Пусть узнает, почему районная администрация заставляет их покинуть. Привет. Привет. Мне нужны материалы по волчьей, которые ты собирала. Пойдем. Давай, все. Здесь все, что мне удалось узнать. Волчья бухта – это не просто прибрежная зона. Там находятся памятники культуры. Настоящая реликтовая роща. И кто-то наложил на это лапу. Сначала подожгли небольшой участок, а потом целиком вывели из лесного фонда и продали за гроши. Что губернатор? Губернатор держался демонстративно в стороне от этого дела, пока не начался скандал. Ты его начала? Скандал – рабочий инструмент в борьбе за справедливость. Когда позвонили из Москвы, сделку с подставной фирмой стали проверять, и вырубку леса на это время приостановили. Так. А что сейчас? Пока Кротов в реанимации, что со сделкой? А тебе нужно поговорить с его заместителем. Он сейчас его. Я могу это забрать? Да, конечно, бери. Спасибо. Таня. Я очень скучаю по тебе. А что, у вас лифт все время не работает? Не знаю, наверное. Если вдруг увидите существо, похожее на снежного человека, не пугайтесь, это мой сосед. Да? А он не кусается? Да нет, он только по утрам злой. А на самом деле милейшее создание. Че надо? Привет, Семен. Проходите, не бойтесь. Давай, давай. Располагайтесь. Если хотите, здесь можно спать на пенке. Ух ты, у тебя прям талант. Ага. Ну что, мы будем спрашивать духов о том, что они хотят от тебя? А может, оставим их в покое? Да, пожалуйста. Но только они вас не оставят. Приготовила тебе подарок.
Когда я смотрю на Влада, у меня такое чувство, как будто я хочу выгнать на улицу старую верную собаку. Напомни твои слова. Олег, я полюбил другого человека. Все, что между нами было, аннулируется. У тебя хорошая память, Нестер. Жалуюсь. А ты никогда не совершал поступков, о которых потом жалел? Нет. А таких, которых не мог понять? Через неделю после свадьбы с Владом я сидела на даче у его родителей и не могла понять, как это могло случиться. Ты влюбилась? Нет. Нет. Он замечательный друг, он умный, образованный, но я никогда не любила его, никогда. Я хорошо помню, что я делала, что я говорила, но я не понимаю, почему. Послушай, Тань, тебя ведь не продали на арабском рынке. Ты могла передумать, могла уйти, могла развестись, в конце концов. Не могла. Не могла. Да мне плевать, откуда они взялись и кому это на руку. Главное, нам это на руку, понятно? Ну, тогда нам надо будет как-то объяснить их происхождение, и вообще это как-то непорядочно. Ощупать чужую жену на глазах всего города порядочно. Вы не все знаете. И не хочу знать, я говорю, все, хватит сопли жевать. Я оставлю это пока у себя. Если вздумают нам выкручивать руки, я дам этому делу ход. И ты мне в этом поможешь, все ясно? Добрый день, Иван Николаевич. Я прошу вас сделать немедленный официальный запрос в Министерство природопользования. Какой сейчас статус у природоохранной зоны Волчьей бухты и какими документами подтверждено это право? Это имеет отношение к нашему делу? Прямое. Есть версия, что убийство Алисы Кротовой совершено ради смещения губернатора, что сейчас и случилось. Интересно, на основании каких фактов столь смелые предположения? У меня есть новая информация. Информация – это очень хорошо. У вас есть документы? У вас документы есть? Со сроками, с именами, с фактами? Я думал, это и есть наша работа. Нам это и предстоит установить. Нет, вы лучше нам потрудитесь объяснить, почему ролик, в котором зафиксированы якобы последние слова Алисы Кротовой, теперь свободно распространяется в сети. Ясно. Значит, вы уже в курсе. Послушайте, молодой человек, попытайтесь хотя бы минимально соблюдать служебную этику. Что значит, вы уже в курсе? Вы что, частный сыщик? Вы чем вообще занимаетесь? Иван Николаевич, я вас уже предупреждал. Не стоит на меня повышать голос. В таком случае, ознакомьтесь, пожалуйста. Что это? Артем, объясните нашему московскому гостю ситуацию. Сам по кустам ползал. В дерьмо не вляпался? Я готовлю служебную записку наверх, Олег Петрович, с упоминанием деталей, которые сделают невозможно ваше дальнейшее участие в расследовании. И мой вам совет... Я не нуждаюсь в ваших советах, Иван Николаевич. Ну,
хорошо, вот в Тоскану. Там красиво. Я не хочу. Венеция. Хорошо, поехали в Антарктиду. Я не хочу. Ты сама хотела посмотреть, как пингвины живут в естественных условиях. Я не хочу, Влад. Я ничего не хочу. Я не знаю, почему. Я не понимаю, что со мной происходит. Тань, мы с тобой устали. Нам надо что-то поменять. Кстати, ты подумала о ребенке? Я не могу так, Влад. Это же не собаку завести. Я понимаю, что не собаку. Но я же вижу, что ты хочешь детей. Я вижу, как ты на них смотришь. Я не понимаю, чего ты боишься. Не об этом, Влад. А о чем? Я не знаю. Я не знаю. Таня. Таня. Я понимаю твое состояние. Но женщина, она создана, чтобы рожать детей. Появится ребенок, появится смысл в жизни. А я со своей стороны сделаю все, чтобы наши дети были счастливы. Ну, я обещаю тебе. Ну ты и врун, Егорка. Вот тебе крест. Ты помнишь, что мама говорила насчет собаки? Что? Она говорила, что никогда-никогда этого не будет. Только через мой труп. Помнишь? Я тоже удивилась. Я даже спросить боялась. Тут она сама. Давай его оставим. Вот видишь. Я тогда выиграл и получил собаку. А Митьке выпала карта с черепом. Значит, он проиграл. Поэтому утонул. Да ты дурак, Егорка. Почему это? Ты же мог загадать, чтобы к нам папка вернулся. Не реви. Слышь, не реви, говорю. Хочешь, сейчас пойду и сыграю для тебя. А если тебе тоже череп выпадет? Все равно сыграю. Иди быстрее. Ты не толкайся, души. Тихо, маму разбудишь. Не разбужу я. И куда это вы собрались? А, мам, ну мы... Мама, мы хотели за молоком съездить. Какое молоко ночь на дворе? Сейчас так жарю крапивой вам. Ну-ка быстро в дом. Бегом! Здесь подождите меня. Надежда Харитоновна, здрасте. Можно вас на минутку? Стой! Да погоди, стой, стой! Смотри. Что это? Ну, смотри, дальше, дальше смотри. Ну и зачем ты это снял? Я это не снимал. Вот это я снимал, это снимал, а это нет. И это не снимал. Я вообще не знаю, откуда это. А я знаю это место. Оно находится вон там,
Стоп. Мы туда не поедем. Нас кто-то ведет, а мы как крысы идем за дудочкой. Разворачивайся. Ты же сама хотела узнать. Больше не хочу. Мы возвращаемся в город. Можно, конечно, голову накрыть подушкой или вообще притвориться страусом. А можно пойти и узнать, что она вам приготовила. Кто она? Алиса. Алиса Кротова умерла. Она хочет сказать вам что-то очень важное. Возможно, там спрятано имя ее убийцы. Угу. А возможно, еще один труп. Поехали. Давай не сочиняй, рассказывай, что там делали. Мы просто играли в карты. Какие карты? В обычные карты, с картинками. С какими картинками? Сколько тебе лет? С обыкновенными, нормальными картинками. Ага, что ты врешь? Там были нарисованы черепа. И ты сказал, кому они попадутся, тот умрет. Это что за карты такие с черепами? Ну, послушайте, мы в школе тоже играли в пиковую даму. Говорили, кому выпадет, умрет. Надежда Харитоновна, а карты где? Я их выкинул в лесу. Пойдем, покажешь. Быстро! Это здесь. Она что-то оставила для тебя. Вот там, под порогом. Не бойся, иди.